Всем привет, дорогие зрители! Мы продолжаем прохождение игры Destiny 2. Мы на Титане остановились, воевали с падшими, или как там их называют. Так, я уже 4-й уровень персонажа у меня. Интересно, какой максимальный? Так. Красная война. Угу. Задание надежды на Титане. Есть. Продолжаем его. Паттерн и так думает, что завал бросил ее и других выживших. Если мы тоже уйдем, останься мы здесь, мы бы смогли им помочь. Но если завал и вправду готовит контрнаступление на Титане, мы сможем спасти их всех и отбить город. О, новая миссия, надежда. У меня дурное предчувствие. Так. Ни хрена же не видно. Слоун, мы видим центр управления. Принято. Продолжайте движение. Командир, при таком темпе мы скоро сможем начать контрнаступление. Момент, и мы у городских ворот. Если бы это было так просто. Где вы, мартышки? Thank you.
Блять, хоть бы фонарик включалось. На орбиту. Не задание. Угу. Ближний бой Си. Падла. Я охереваю. Что здесь происходит? Кто вы такие? Я пришел к себе домой. Пошли вон, гниды. Я всем пизды туда. Если вы это не поняли.
куда мне? Ага. Кажется, Улей совершал что-то вроде ритуала. Нужно поговорить с Икорой. Она знает все о магии Улья. Никто не видел Икору и Кейда с тех пор, как мы потеряли город. У меня есть гранатомет. Вон центр управления. Расчистите территорию, чтобы мы смогли там расположиться. Давай. Давай, давай. Где-то. На. База. Come here. Отлично. Осмотрите периметр, прежде чем идти в центр управления. Блин, я знаю, что он идет.
Кажется, мы сейчас в каком-то месте для размножения, Улья. Уничтожьте все. Гнездо зачищено. Идем в центр управления. Отлично. Осмотрите периметр, и мы полетим к вам. Сломанный прислужник. Эти детали крайне ценны. Видимо, падшие страшно боятся коррозии улья, иначе бы они их ни за что тут не бросили. Какая-то новая шмоточка. О! 55, 53, 57, 53, 50, 41, 41, 50. Дальность стрельбы, урон, стабильность, как бы, да, 40, так, 40, ударное оружие, амалон, так. По-моему, два одинаковых. А, какой прототип производства Веста? Ага. Ну-ка. Нет, два пистолета, это слишком зашкварно.
Классно. Ну что, на этом моменте мы, наверное, закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.